Бхакти Дантри Викрама Госвами Махарадж ки джай, Бхакти Дживан Джанардана Госвами Махарадж ки джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Бхакти Веданта Свами Прабхупад ки джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Гор Говинда Махарадж ки джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж ки джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж ки джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Бхакти Сиддханта Сарасвати Такура Шрила Прабхупад ки джай, Кришна Вишну Пада Стутра Сатта Шимат, Шрила Гор Кишвар Дас Бхаджи Махарадж ки джай, Сачидананда Шрила Бхактивинода Такура ки джай, Вайшнава Сарвабхаума Шрила Джаганнатха Дас Бхаджи Махарадж ки джай, Шрила Санатана Бхатта Рагхунатха Шри Джива Гопала Бхатта Дас Рагхунатха Шри Госвами Прабху ки джай, Сварупа Дамодара Рай Рамананда Дишти Гор Паришада Вринда ки джай, Ачарья Шрила Харидас Такура ки джай, Премса Кава Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шрива Садишти Гор Бхакта Вринда ки джай, Навадхик Мандал ки джай, Враджа Мандал ки джай, Кшетра Мандал ки джай, Тритан Мангла Шри Харинам Санкиртан ки джай, чара сампрадая чара 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 дхама ки джай, анандакоти вайшнава вринда ки джай, самагата гаура бхакта вринда ки джай, нитай гаур приманде хари. Агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшура нилитам нина тасмай шри гурве гурве гура чандрая радикая тадалая Кришная, Кришна Бхактая, Тадбхактая, Намо Намаха. Ванчакалпатарупьяшча, Крипа Синдхубьяевача, Патитанам Паванебью, Вайшнавебью, Намо Намаха. Анандалиламая Виграхая, Мабадивича Висундарая, Тасмай Махапремараса Прадая, Читанья Чандрая, Намо Намасте. Нитянанда Намастубьям, Премананда Прадайне, Калахо Калмашанашая, Джаннавапатае Намаха. Аджану ламбита пуджока на кавадата санкиртанай капитару камалая такшо. Вишамвара дуджавара джагадарма пала ванде джагат прия кару курунаватара. Канака джалада гатра нила шона бджанитро мрегамадавара бала малати кунда мала. Тарала таруна веша нила питам вареша смарани британи кунджа радика кришна чандра. Смарани Британи Кунджи Радика Кришна Чандра Тавайвасми Тавайвасми Надживаме Твоя Вина Ити Вигьяя Раде Твам Наямам Чарамантике Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадата Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Прежде всего, моя бесчисленная Гандавата Пранама, Ватасам Стапам Шива Гурудева, Нитилила Правишта Мишна Пара Стутра Сата Шишима Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа, Сей Рупанога Гуру Варги, другим преданным гостям здесь. Итак, вчера в Джаганатхапуре начался огромный праздник Радха Ятра. Праздник колесниц. Джаганнат, Господь Вселенной, он же Кришна, Баладев и Субхадра направились на трех колесницах в сторону храма Гундича, который символизирует Вриндаван. Вчера мы рассказали очень много, и это было практически, ну, более половины, наверное, всей катхи, которая связана с этим событием. На самом деле, это катха, это повествование самое важное для нас, для гаудиев. Это Радхаятра катха. Мы упомянули вчера, что Шрила Гаура Говинда Махарадж, когда он рассказывал эту катху, во время рассказа он вернулся в духовный мир. Поэтому можете себе представить, какого накала, какого уровня это повествование. Для наших новых друзей что же? Мы вряд ли что-то можем сказать вам сегодня вводного. Все это было в предыдущие дни. Поэтому то, что вы услышите, вы услышите.
Итак, мы остановились вчера на том, как Шри Чайтанья Махапрабху и его спутники начали петь киртан, начали воспевание святого имени во время шествия с колесницей Джаганнатхи. Эй, положи пушку. Только уши, ничего, никаких этих. Ничего. Вот. Итак. Чари сампрадая хайла чабишагаян дуи дуи марги гана хайла аштададжан. Итак, в группе исполнителей киртана было, все было четыре группы, вместе насчитывавшие 24 певца. В каждой группе также было по два игрока на мританге, что составляло еще 8 человек. Когда образовалось четыре группы, Шри Чайтанья Махапрабху, немного поразмыслив, разделил певцов. Чайтанья Махапрабху велел Нитьянанде, Адвайте, Харидасу и Вакрешваре стать танцорами в своих группах. Всего четыре группы. Можете себе представить, как сочетались звуки киртана, каждый из них. Этими пятью певцами Сваруп Дамодар был наставлен во главе, поставлен во главе первой группы. У него было пять помощников. Затем Господь велел танцевать Адвайте Ачарье, затем он собрал другую группу, Шривасу Татура поставил главным. Перечисляются все эти певцы. Итак, огромное количество чистых преданных воспевали во время этого праздника. Сейчас, когда проходит Радхаятра, очень мало кто поет. В основном они бьют в гонги. Даже во Вриндаване, когда проходит арати, очень мало кто поет. Во время арати нужно петь. Часто они просто стоят, смотрят и бьют в колокола. Бьют в эти гонги. Господь собрал еще одну группу и назначил мне ведущим Говинду Гоша. Все они были прекрасными киртаниями, певцами. Это не просто пение, это не просто опера. Вот. Это не просто сангита, не просто музыка. Называется киртан. Помните, как мы вспоминали, как в старину киртанием... В старину в киртанием, во-первых, проводили пуджи инструментом, прежде всего, карадгонгом, колом, караталом. Затем предлагали гирлянды киртанием, умощали их чело сандаловой пастой. Также была группа санкиртана из деревни Кулинаграм. Еще одна группа из Шантипура. Еще одна из жителей Канды. Четыре группы пели и танцевали при Господом Джаганнатхе. Две другие по обе стороны. Еще одна группа пела сзади. Всего семь. Семь групп. Вот это было пение. И потом мы услышим... Харе Кришна, проходите. Потом мы услышим, как танцы, как были танцы, как Шри Чайтанья Махапрабху также танцевал во время этого пения. Пирог придет тоже? О, я вас тоже почему-то не узнал. Не знаю. Да, да, да. Хорошо. Очень приятно, что вы пришли. Мы продолжаем вчерашнее потрясающее повествование, которое Вера и Юля слушали не очень удачливые души, действительно. Вы знаете, что я скажу. Это катха самое важное, понимаете? Вы думаете, Шрила Гаурабинда Махарадж просто так закончил свой земной путь во время этой катхи? Помните, какими были его последние слова? Eye to eye union. Встреча двух глаз, двух пар глаз. Их глаза встретились. Это последнее, что он сказал. Понимаете? Радха и Кришна. То, что мы сегодня будем слушать, я хочу сказать, вы вряд ли можете услышать обычно. Канон Радхаятры, во время Радхаятры это можно услышать. Это очень особое повествование. Те, кто пришли сегодня, я понимаю, конечно, падшая личность и все прочее. Вот, но так или иначе, Гурудев дал нам это. Поэтому что-то должны делать вместе. Слушать, все же должны слушать. Совершенно невозможное повествование, но мы должны слушать. Я, конечно, миллион раз не квалифицирован и так далее. Вот. Но это очень редко обсуждается, на самом деле.
Вот, затем Господь Читания Махапрабху продемонстрировал еще одну сверхъестественную способность, ее в свои игры во всех семи группах одновременно. Комментаторы Шри Читания Ситамриты, таких Шрила Прабхупад, Бхактисиддханта, говорят, что подобно тому, как Кришна танцевал одновременно со всеми гопи, хотя он оставался одним самим собой, таким же образом Шри Читания Махапрабху танцевал одновременно в семи группах. За члены каждой из них думали, что он танцует только лишь с ними. Каждый индивидуальный преданный думал, что Господь Читания прямо рядом с ним. Например, мы сегодня будем слушать, как Кришна и его спутники из Двараки собрались на Курукшетре во время солнечного затмения и встретились с жителями Враджа там. И как во время этой встречи Кришна говорил без, как Гурудев сказал, каких-либо звукоусилительных аппаратов, микрофонов и колонок. Тут маленькая комната, даже без этого нам трудно общаться. Вот. Но Кришна говорил, и каждый слышал его просто. Ну, потому что он ближе, чем, как Гурудев сказал, воздух, которым мы дышим, ближе, чем... То есть он в каждой поре, он в каждом теле, в каждом сердце. Знаете, поэтому если Кришна говорит, то это как гром с неба, да, ты слышишь просто. Если он перед тобой, то, конечно, ты думаешь, ты только наедине с ним, лишь один на один. Вот тебе eye-to-eye union, вот тебе глаз, глаза в глаза, уста в уста, как по-библейски говорят, да? Каждый говорил, Господь Читания Махапрабху находится в моей группе. В самом деле, он больше никуда не уходит. Он дарует свою милость только нам. В действительности, никто не замечал действия сверхъестественной лилы Господа. Понимали происходящее лишь самые доверенные преданные, чье служение Господу было абсолютно чистым и беспримесным. Помните, как мы вчера вспоминали, как Господь Нитьянанда дал Шри Читания Махапрабху свои достояния, плуг и палец вручил. Вот. И те, кто были те, кто были на ступени совершенства, на уровне совершенства, они увидели, что именно Господь Нитьянанда дал Господу Чайтанье в руки. Они увидели это плуг, они увидели это палец, а другие не увидели. Другие просто увидели как это. Какой-то акт передачи чего-то, непонятно. Вот. Как в сказке про голого короля. Кто увидел, что король голый? У кого была квалификация? Простой мальчик. А кто-то подумал, что ребенок. Кто-то подумал, что он великий, так сказать, могучий, это его Айшвария. Вот, так же и здесь. Господу Джаганнатхе так понравилась Санкиртана, что он даже остановил колесницу, чтобы посмотреть на происходящее. Так вот, во время Радхаятры с Господом Чайтаньей совершенно феноменальное явление происходило. А именно, было два Джаганнат. Джаганнат. Джаган означает Вселенная, Нат означает Господь. Вот он, видите, его два глаза вот здесь. Это Джаганнат. Так вот, это Джаганнат, который стира, который неподвижный. Да? На самом деле он ходит, он все делает, но мы его видим как неподвижное божество на алтаре. Это один Джаганнат, это Кришна. А второй Джаганнат был Господь Чайтанья, который тоже был Кришной. Но, вы знаете, Господь Чайтанья, Рада Кришна на Гьяне, никто иной как, собственно, Рада и Кришна вместе. То есть Антар Кришна Бахир Гаура. Внутри он Кришна, снаружи он Гаура. Внутри он темный, а снаружи он Акришна. То есть не темный, то есть Шьяма. То есть, Гаура, да, золотистый, что я хотел сказать. Внутри он Шьяма, снаружи он Гаура. Антар Кришна Бахир Гаура. Санкиртана глубоко поразила и царя Пратапарудру. Это очень особый характер царя Пратапарудра. Вначале Шри Чайтанья Махапрабху больше не хотел встречаться с ним. И он говорил, что «О, это Вишай, это человек, который занят с наслаждением чувств. Я не хочу с ним видеться». Но затем он дал царю особую милость. Особую милость. Как вы помните, вчера мы слушали о том, как царь, взяв в руки метлу и одевшись в одежду простого подданного, подметал сюда. Будьте добры, чуть сюда ближе, да? Подметал землю перед Господом Джаганнатхе. Анади, шаг вперед. Сюда. Вот. И поэтому Господь Чайтанья очень... Ему это очень понравилось. И он дал
царю огромную милость. Поэтому царь, мы это будем слушать завтра в Кемерово, царь смог встретиться со Шри Чайтаньей Махапрабху лично, кроме того, служить ему лично, и кроме того, получить действительно огромную милость в садах Джаганната Валлабха. Так вот, Каши Мишра, который был главным священником храма, поведал царю о величии Господа, и он действительно подивился: «О, царь, твое величие, то есть простите, твоя удача безгранична. Царь и Сарвабхама Бхаттачарья понимали, что делает Господь Чайтанья Махапрабху. Однако больше никто не замечал чудес, которые он творил. Они были очень особо приближены. Царь, который творил. Сарвабхама Бхаттачарья. Понять это может лишь тот, кто снискал благосклонность Господа. Без его благосклонности даже Брахма и прочие полубоги не способны ничего помнить. На самом деле он все делает. Гуру все делает. Мы только выполняем указания в лучшем случае. Если считаем нужным. Конечно, у нас есть свобода и независимость. Ох, это особая тема. Как это, впрочем, песня не о нем. Песня сегодня о Радхаятре. Шри Чайтанья Махапрабху остался очень доволен, увидев, что царь готов выполнить даже такую грязную работу, как подметание дороги. Так, свое смирение царь удостоился милости Господа Чайтанья Махапрабху. Именно поэтому ему открылись тайны деяний Господа Чайтанья. Мы будем об этом слушать завтра. Вот. Но сперва Господь Чайтанья отказался от его встречи. Но косвенно он проявил ему беспричинную милость уже. Так, со временем они встретились буквально на следующий день. Так, Господь Шри Чайтанья некоторое время являл свои лилы. Сам он пел, своих приближенных побуждал танцевать. Когда ему было нужно, Господь являл себя то в одном теле, то во многих. Волею Господа исполняла его внутренняя энергия. То есть Шри Чайтанья Махапрабху полностью забылся во время Радхаятры. Понимаете? Можете себе представить, как Бог потерял голову. Можете себе представить, так по-простому говоря, по-народному. На самом деле, вот оно, это повествование. Как сам Кришна потерял голову от любви. Вот это наше повествование сегодня. В действительности, поглощенный своими трансцендентными играми, Верховный Господь совершенно забылся, однако внутренняя энергия Господа лила шакти, зная его желание, делала все. Я хочу привести один грубый материальный пример. Генеральный директор какой-то всемирной компании лежит себе в гамаке на Гавайях, позабывшись обо всем. Но его менеджеры управляют делами компании, ведут подсчеты, ведут счет прибыли достижениям и докладывают ему время от времени по телефону. Или он даже не читает этих имейлов, он просто забылся. Таков был Кришна здесь. Господь Чайтанья. Подобно тому, как в прошлом Господь Кришна проводил во Вриндаване раса-лилу, то есть танец раса с юными пастушками в раджа, с гопи. И другие игры. Так Господь Чайтанья Махапрабху являл необычные игры каждое мгновение. Танец Шри Чайтанья Махапрабху перед колесницей Радхаятры могли понять только чистые преданные. Остальные ничего не понимали. Это нормально, вы знаете. Если мы куда-то приходим и ничего не понимаем, но нам говорят, что там важно, важно, нужно, послушайте тех, кто говорит. Приходите снова, и вы почувствуете больше. И чем дальше, тем лучше. Это действительно так. Чем дальше, тем глубже. Поэтому, если сейчас ничего не понимаешь, что происходит, вот вспомните ваше детство, как вас родители куда-то приводили, допустим, в церковь, да. Ничего не понимаю. Но какое-то настроение приходит, правильно? Вот. Когда какой-то простой чернорабочий или сантехник видит, что профессор сидит в кабинете, он может сказать: «Велика премудрость перышком чирикать». Вот. Но что рождается из-под этого перышка, великого гения, это уже другое. Поэтому вопрос адхикара, вопрос квалификации. То, что мы не видим сейчас, не означает, во-первых, что не увидим в будущем, если будем смиренными. Обязательно увидим, все увидим в будущем, милостью Кришны. Так Шри Чайтанья Махапрабху самозабвенно танцевал, затапливая всех волнами эстетической любви. Господь Джаганнат
зашел на свою колесницу, Господь Махапрабху, стал вдохновлять всех преданных, танцевать перед ней. И так постоянно и проходило. То есть Господь Чайтанья танцевал, безумно танцевал, в забытье танцевал. И Джаганнат немигающими глазами смотрел на него, не в силах понять, что происходит. Шрила Прабхупад Бхактисиддханта дал блестящий комментарий, что на самом деле происходило, чуть-чуть позже мы прочтем. А теперь, пожалуйста, послушайте о поездке Господа Джаганнатхи в храм Гундича и о том, как Шри Чайтанья Махапрабху танцевал перед колесницей. В этом году, так же, как и когда я был на Радхаятре много лет назад, в 99-м, Господь Джаганнат и Джибаладева Субхадра оказались перед воротами храма Гундича в тот же день, вчера вечером, в 7 часов. По индийскому времени колесницы уже были у храма Гундича очень быстро. Не два дня, не три. За один день они пришли. Такое бывает довольно редко. Некоторое время Господь пел киртан, сам побуждал танцевать всех преданных. Когда же Господь пожелал танцевать сам, все семь групп слились в одну, чтобы аккомпанировать его танцу. Все преданные Господа, Шривас, Рамай, Рагу, Говинда, Мукунда, Харидас, Говиндананда, Мадхава, Говинда, собрались вместе. Когда Чайтанья Махапрабху захотелось танцевать, высоко подпрыгивая, он поручил Сварупе Дамодаре позаботиться об этих девяти преданных руководителях. И сам главного менеджера получил заботу, и сам забылся в танце. Поэтому остальные подпевали Господу, бежали рядом с ним, остальные тоже пели. Со сложными ладонями, упав вниз перед Джаганнатхой, Шри Чайтанья Махапрабху обратил к нему взор и стал возносить молитву. Вот какие молитвы пел Господь Чайтанья. Первое. Намо Брахманья Девая, Го Брахмана Итая Ча, Джагаддитая Кришная, Говиндая Намо Намаха. Известная молитва. И те, кто были в Исконе, хорошо знают, каждый раз, когда предлагают там Богу, меня произносят. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Кришной, которому поклоняются все люди брахманического склада. Он покровительствует коровам, брахманам, постоянно печется о благе всего мира, бесчисленных поклонов. Простираюсь я перед Верховной Личностью, Верховным Господом, носящим имена Кришны и Долины. Следующая молитва, которую произнес Господь Чайтанья, принадлежит перу царя Кулашекхара. Шрила Прабхупад Бхактивиданта Свами Махарадж был еще в Индии. Он написал комментарий к Мукунда Мала Стотре. Мукунда Маластотри, который написал царь Кулашекхара. Но он написал комментарий только, может быть, к пяти стихам. У него ученики завершили перевод. Так вот, замечательная молитва. Джайте джайте дева дева ки нанда сун нанда носо. Джайте джайте Кришна Вришни вамша прадипам. Джайте джайте меха шьямала камаланго. Джайте джайте притри бхара найо Мукунда. Слава Верховному Господу, известному как сын Деваки. Мы знаем, что Деваки – это еще имя, еще одно имя Яшоды. Чуть-чуть позже мы услышим об этом больше. Деваки и Яшода были… Слушайте, выключите ваши телефоны, а сделайте милость. Нет ничего важнее, чем эта катха, пожалуйста. Деваки, которая мать Кришны в Мадхуре, и Яшода, которая мать Кришны в Гокуле, были очень связаны, они дружили. Поэтому обеих называли Деваки. На самом деле Яшода – это подлинная мать Кришны, он Яшода Нандан. Деваки Нандан – он только для жителей Мадхуры. Для нас он всегда Яшода Нандан. Слава Верховному Господу, чья кожа нежна, как лотос, цветом напоминает только что народившееся облако. Слава Верховному Господу, который не сшел на землю, чтобы избавить ее от тяжкого бремени демонов. Слава Господу, всем дарующего освобождение. Дальше Господь Чайтанья процитировал стих, который является собой саму суть Шримад Бхагаватам. Он сказал здесь этот стих. Джайте джананивасо деваки джанмаваду Yadvara Parishad Svardor Virasyana Dharmam Stirachara Vrijinagna Susmita Shri Mukena Rajapura Vanitanam Vardayam Kade. Очень глубокий стих. Мало того, что в нем сама суть Шримад Бхагаватама, она идет
самом конце 90 главы 10 песни, завершая сладостное повествование Кришны о Кришне, Шри Санатана Госвами включил его в Баджана Раха, Бхакти Расаяну, да, которая завершающая часть Бхагавад Бхагаватамриты. А Махарадж Парикшит, когда он выслушал Шримад Бхагаватам от Шукадева Госвами, перед тем, как прилетел летучий змей, укусил его, и он закончил свое земное существование, он также передал повествование Махараджа Джанмеджая своему сыну. И он говорил вот эти стихи о Кришне, своей матери Уттаре. Это и есть Бхакти Расаяна. Это то, что дает нам эликсир Бхакти. Господь Кришна известен как Джана Ниваса, высшее прибежище всех живых существ. Деваки Нандан, Яшода Нандан, сын Деваки Яшоды, вождь рода Яду. Он со своими могучими руками искореняет зло и истребляет грешных. Одним своим присутствием он уничтожает все, что приносит несчастье живым существам, движущимся неподвижно. Его исполненное блаженство, улыбающееся лицо, неизменно разжигает страсть Гопи Вриндавана. Да будет он счастлив, овеянной славой. Шрила Гурудев очень много комментировал этот стих, он один из ключевых. Вся суть Шримад Бхагаватам здесь. Шри Чайтанья Махапрабху вспомнил этот стих во время Тадхаятры. Кришна здесь называется Джана Ниваса. Джана означает люди, означает живые существа. Есть много-много-много значений у этого имени. И основное, ну, как сказать, элементарное, Джана Ниваса — это тот, кто пребывает в сердце каждого. Кришна пребывает в сердце каждого, как параматма. Джана Ниваса. Он прана сварупа, то есть он сама жизнь брахманов, тех, кто совершает бхаджан, тех, кто не имеет прибежища, тех, кто падает в иллюзию. Кришна — прибежище всех этих душ. Это все первое значение. Гурудев здесь говорит о четырех основных значениях. Вот. Второе значение — тот, кто живет в сердцах каждого. Третье значение — тот, в ком живут все живые существа. Все живые существа составляют заполняют пространство в этой вселенной, которая вышла из одной поры Махавишну или капельки. Вот, это наш такой размер. Ну, это все Айшвария, то есть это великолепие Господа. Но четвертое значение очень-очень глубоко. Джана означает ниджа джана, означает его близкие спутники. Поэтому Джана Ниваса — это тот Кришна, которого очень любят все жители Вриндавана. Вот это четвертое и самое глубокое значение. Есть очень много бриджабаси. Есть очень много бриджабаси. Есть друзья Кришны, Субал, Шридам, Истока Кришна, Лабанга, Арджуна, Сакха, Мадумангал. Он им дорог. Также он дорог, конечно, Нанди и Яшоде. Вот. Мы знаем, что Ватсалья раса стоит выше. Помните, как мама Яшода связала Кришну? И развязать мог только Нанда. Не могли развязать мальчики-пастушки. Потому что Сакья раса или дружеские взаимоотношения с Кришной никогда не достигают того уровня, на котором находятся Ватсалья раса или родительские отношения. Даже в этом мире мы видим, что любовь матери к сыну, допустим, больше, чем любовь друзей. Вот. И, конечно же, гопи. Вот. Это значение, которое касается гопи. Это высшее значение джана и васа. Джана означает гопи джана. Кришна известен как дорог им. Дорог им. Это очень глубокая тема, мы только касаемся ее сейчас. То есть все эти преданные, они сваджана, то есть его семья. Гурудев говорит, иногда можно подумать, что это относится к Яду, династии Яду. Он, Кришна, известен как Ядувар, то есть он предводитель династии Яду в Двараке. Помните Дварака? Сперва был Вриндаван, потом Мадхура, потом Дварака, три части. Юлия и Вера помнят.
Вот, и поэтому в Двараке Кришна провел, мы упоминали, более 100 лет, и 100 с лишним. Вот. И, конечно же, он очень дорог членам династии Яду. Но никому он не дорог так, как он дорог Гопи. Никому. Девушкам, пастушкам, врачам. Никому в трех мирах. Очень глубокая тема. Что делать? Я только одно слово джананиваса. Деваки джанно вада. Вада означает теория. Теория. Поэтому деваки джанма, то, что он родился из чрева деваки, это вада, это только теория. Вот. Но теория, вы знаете как. Разные есть теории. Разные люди говорят. Вот. Разные, как же говорят, звездочеты. Разного рода эмпирики. Вот. Также разные говорят и Мадхураваси. Жители Мадхуры. Они все считают как один, что Кришна – это сын Деваки. Вот. Но Шрила Вишванатха Чакраварти Такур сказал, я не хочу, чтобы мой язык был как жало змеи, которое раздвоено. Жало змеи раздвоено. Одна сторона говорит одно, другая – другое. Правильно? С одной стороны, Кришна – сын Деваки, с другой стороны – сын Яшоды. Что это такое? Нет. Решительно возражает Вишванатха Чакраварти Такур. Говорит, только Яшода Нанда, только Нанда Нанда – это нас Кришна. Он сын Нанды, он сын Яшоды. Когда Гурудев рассказывает в «Истоках Радхаятры» историю о том, как после долгой разлуки Кришна и его спутники из Двараки, включая всех жен, 16 108, всех детей, всех родственников, пришли на Курукшетру. Время солнечного затмения, это рассказывается в 82 главе 10 песни. Они были очень удивлены. Они были очень удивлены, Деваки особенно была очень удивлена, потому что Кришна сел на колени Яшоде. Вы представляете, на Курукшетре. Он сел на колени Яшоде. Своей маме, мы говорим подлинной маме, да. Хотя Кришне было уже там порядком лет, скажем так, но он всегда выглядел 16-летним юношем. Но любовь к маме, к папе, к Нанде, к Яшоде, Кешоди Кнанди настолько сильна, что он просто сел на колени. Мы читаем иногда в Бхагаватам и слушаем рассказы о том, что Кришна, хотя он был как взрослым мальчиком, 5-7 лет и так далее, принимался сосать грудь Кешоди и так далее. Даже Нитьянанда, боже мой, Нитьянанда, он принимался сосать грудь Шачимат, как ребенок садился ей на колени, представляете? Здоровый, 2 метра с лишним. Нитьянанда, Гауранга Нитьянанда, знаете, какие были? Гораздо выше, чем, как это, главные культуристы этого мира сейчас. Вот. И он просто, он был в экстазе, как сказать, Баларама, маленького Баларама. Яшода, конечно, тоже кормила Баларама грудью и так далее. То есть проявление родительской любви. Вот, это Деваки Джанма, то есть он никогда не сын Деваки. Перед Деваки он сперва предстал в четырехрукой форме, мы должны знать, а потом он по их же просьбе предстал двуруким обычным младенцем. И затем уже Васудева понес его в Гокулу, и там что случилось? Деваки Нандан Кришна слился с Нанданом. Яшода была измучена родами, она не знала, кого она родила, не поняла. Мальчик или девочка, на самом деле и тот, и другая. Мальчик Кришна, девочка кто? Йогамая или... Ну, потом ее назвали Эканамши еще, потому что это имя в Двараке в одно. Он увидел, что родилась девочка. Мальчика он не увидел, потому что он не увидел, он не видит. Нанда-Нандана Кришна Васудеву не видит. Он видит только того, которого он несет, Васудеву Нандана. Он положил Васудеву Нандану, он влился в свой первоисточник, Нанда-Нандана, он взял девочку и пошел с ней обратно. А Кришна остался в Гокуле. Вот что произошло. Вот. Поэтому все наши ачарьи рассказывают это именно таким образом. Джайта джана нивасу деваки джанма вада йода вара паришат свайр дорви асьяна нарма стира чара пари джагнам сусмита шти мукена вараджа пура ванитана варда там кама девам варда ян кама девам. Самое главное, что его исполненное блаженство, улыбающее лицо, неизменно разжигает
каму, то есть страсть в гопи Вриндавана. Нам может показаться странным тем, кто не слишком искушен в баджане, что мы столько тут усилий посвящаем, чтобы отвернуться от камы, да, от вожделения, чтобы преобразовать каму, чтобы она стала прямой, ну мы говорим гопи прямой, да? То есть чистая любовь, настроение гопи, как сказать, экспансии изначальной сварупа шакти, то есть внутренней энергии Господа, вот, Шримати Радхики. И в то же время мы читаем и слушаем о том, что кама присуща настроению гопи, их вожделение, кама. Это трансцендентное вожделение. Оно совершенно несравненно. Нет аналога в этом мире, настроение гопи. Немножко глубокая тема все-таки. Я хочу говорить и останавливаю себя сейчас мысленно, потому что мне нужно сказать очень много вам сегодня. Я должен чуть-чуть все редактировать. Вот. Поэтому это самое главное. Кришна — это гопи Джана Валлабха, то есть он очень-очень дорог гопи. Существует два вида имен Господа — Мукья и Гауна. Мукья означает основные, мукья или корневые, главные имена. И Гауна означает второстепенные. Второстепенные имена очень широко известны во всех религиях. В индийской традиции Джаганнат, вот, кстати, да, Владыка Вселенной, Джагаткарта, Творец, Пуруша и так далее. Вот все это имена свидетельствующие о его величии, о Байшваре. Бхактивинода Такур говорит, Харинама Чинтамани, можете посмотреть. И Мукхи означает основные имена, те, что связаны с его сладостью. Там тоже есть градация, в зависимости от той обители, к которой относятся эти имена. Но что касается Вриндавана, самыми главными являются Гопинат и Радханат. Вот эти имена. Говинда, конечно. Но Гопинат, вот это имя очень-очень глубокое, Радханат, Гопиканта, Радхаканта, вот эти имена, связанные с Гопи и конкретно связанные с Радхикой, эти имена Кришны являются самыми значительными среди мукья, среди имен главной категории. Дальше Шри Чайтанья Махапрабху процитировал этот стих, который каждый пуджари, кто совершает пуджу, кто идет на алтарь, произносит. Этот стих мы также произносим очень часто перед тем, как садимся повторять Гаятри мантры. Почему? Потому что этот стих, говоря по-простому, очень отвязывает от тела. Это говоря по-простому. Но более, что более значительно, он дает нам понимание, ясное понимание нашего предназначения. Кто мы такие? Кто-то может поддержать хор. Что Махапрабху процитировал «Нахам випро нача нарапатим набивайша на шудрум, нахам варми нача брихапатир нова насту натирвам, кинту прадьян никила парамананда пурнам ритамтир, гопи барту падака малайур даса даса на даса». Вот это вот. Даса даса на даса. Слуга слуги слуги. Этот принцип. Вот. Я не отношусь ни к одной из категории социально-духовной жизни. Я не брахман, я не кшатри, я не вайшья, я не шудра. Брахман – высший класс, священники, глава общества, связывают землю с небом в ведическом обществе. Вот. Я не кшатри, я не царь, я не воин, я не начальник, я не советник царя. Я не вайшья, я не земледелец, я не бизнесмен и так далее. Я не шудра, я не рабочий, я не тот, кто занят поддержанием высших классов общества. Я не, также не отношусь ни к одному из четырех классов духовной жизни. Я не брахмачари, ни грехастха, ни ванапрастха, ни саньяси. Я не целомудренный студент, который до 25 лет изучает веды под руководством гуру. Я не женатый человек, который поддерживает семью, грехаство. Я не человек, который начинает потихоньку отрекаться от семейной жизни, когда дети вырастают. Я не саньяси, я не отреченный монах, который полностью посвящает время жизни преданному служению Кришне. Я не отношусь ни к одному из этих сословий или категорий. Кто я такой? Гопи, Бхарту, Падакамалы, Даса, Даса, Надаса. Я слуга, слуги, слуги, слуги возлюбленного Гопи, Бхарту.
Кришна. Вот кто я на самом деле. Поэтому это наш, ну как сказать, наше мотто, наш девиз, наша программа. То есть сейчас мы очень сильно привязываем себя к различным категориям, социальным и духовным. И думаем, я прописан здесь, моя регулирующая деятельность вот такая, я должен так и так и так действовать в тех или иных социально-духовных условиях. Вот. Но когда мы действительно осознаем себя просто частью, просто маленьким-маленьким слугой, слуги Кришны, тогда мы отвязываем себя от этих категорий и выполняем все свои обязанности здесь без привязанности. Это не означает, что мы выполняем их спустя рукава. Никогда. Никогда ничем не пренебрегаем, но не привязываемся. Это называется для начала саттва-гуна или модус благости. В благости. Ни в страсти, ни в невежестве. Три вещи есть. Что происходит в этом мире, все подразделяется на эти три. Благость, страсть, невежество. Саттва-раджа-стамас. Вот. Поэтому выше этих трех гун поднимает вот этот стих. Вся Бхагавад-гита здесь заложена. Вот. И все веды. Поэтому, выполняя роль, играя роль обычного преданного, Господь Чайтанья пропел этот стих. Произнеся эти стихи из Писания, Господь Чайтанья снова простерся в поклоне, и все преданные, сложив ладони, тоже стали возносить молитвы Верховной Личности Бога. Когда же Чайтанья Махапрабху танцевал, высоко подпрыгивая, издавая громкие возгласы и кружась, как колесо, он напоминал огненный след от вращающейся головни. Вот. Тот же принцип. Вы знаете, почему Кришну называют Вишну? В смысле Расика, почему? Вишну – это тот, кто танцует так быстро, что подобно тому, как ты раскручиваешь благовоние или головешку. Помните огненное шоу на Алтае? Они так громко быстро раскручивали все эти свои огненные вещи, что казалось, что круги идут просто в темном небе. Поэтому Кришна, он танцевал так быстро, что каждой гопи, казалось, что он танцует только с ней, каждая гопи слышала лишь свое имя, когда он играл на флейте, и каждый преданный, окружавший, из групп, окружавший Господа Чайтанью, был уверен, что он танцует только в их группе, и только они его видят. Тот же принцип. Во время танца Шри Чайтанья Махапрабху каждым своим шагом будто сотрясал всю землю с ее горами и океанами. Когда Махапрабху танцевал, признаки духовного блаженства проявлялись на его теле. Иногда он как бы застывал на месте, а иногда волосы у него на теле вставали дымом. Он то покрывался испариной, то начинал рыдать. А временами его била дрожь, или кожа на его теле меняла цвет. Иногда он проявлял признаки беспомощности, гордости, восторга или смирения. Порой танцуешь, Шри Чайтанья Махапрабху обрушивался на землю, начинал кататься по ней. Тогда казалось, будто на земле катается золотая гора. То есть он подпрыгивал и обрушивался всем весом. Все боялись, фу, он сейчас разобьет себе кости. Но он катался подобно золотой горе. Ничто не могло остановить его, ничто. Господь начинал метаться из стороны в сторону. Нитьянанда протягивал к нему руки, пытался его поймать. Адвайта Ачарья шел следом за Господом, снова и снова восклицая громким голосом: «Хари Бол! Хари Бол!» Чтобы не подпускать толпу слишком близко к Господу, преданные образовали три кольца. Первым руководил Нитьянанда, являющийся самим Баларамой, потому что необычная сила. Все преданные во главе с Кашейшварой и Говиндой, взявшись за руки, окружили Господа вторым кольцом, а Махарадж Пратапарудра, царь вместе со слугами, составил третье кольцо. Положив руку на плечо своему слуге Харичандану, царь Пратапарудра в великом экстазе следил за танцем Господа Чайтани. Вот. А перед ним, спиной повернувшись к нему, стоял Шривас Такур. Шривасу Такуру всегда в кавычках везло на оскорбление, то есть его постоянно оскорбляли, то Чапал Гопал, то Девананда Пандит, а тут, пожалуйста, Харичандан, еще один случай в Джаганнатха Пури. Так вот, Харичандан очень не понравился, то есть он Шриваса по спине, царь смотрит, посторонись, царь смотрит, не замечает, он в трансе, наконец он
вышел во внешнее сознание, увидел, что Харичандан его хлопает по плечу, и он повернулся, врезал, хорошо просто врезал, понимаете, Шривас, вот. И тогда Харичандан хотел ответить, но Пратапарудра остановил его. Пратапарудра остановил. Что ты, ты получил такую милость? Не забывайся, что ты делаешь. Тебе очень повезло, ибо сам Шривас Такур коснулся тебя. Мне такая удача не выпадала. Ты должен чувствовать себя обязанным ему. Танец читания Махапрабху изумил всех. Даже Господь Джаганнат при виде Шри Чайтаньи испытал необычайную радость. Колесница остановилась и больше не двигалась с места. Господь Джаганнат немигающим взором созерцал танец Господа Чайтаньи Махапрабху. Чайтанья Махапрабху танцевал, высоко подпрыгивал. Все видели, как на его теле прорываются 8 видов необычайных изменений. Стамба, Свена, Цведа, Романча. И так далее, и так далее. То есть он оцепеневал, волосы на теле вставали дыбом, он бледнел, покрывался мурашками, испариной, и так далее, и так далее. Все это проявлялось одновременно до высшего проявления, которое называется суддипта в раса сиддханте. Вот. Есть разные проявления экстатических бхав. Вот. И суддипта, это означает, все 8 проявляются, причем до максимума. Это суддипта означает пылающий огонь. Там разные джуалита, чуть-чуть тлеющий, потом чуть-чуть пылающий, потом горящий, уже ярко горящий и полностью полыхающий. Так вот это суддипта. Дипта, уддипта, суддипта. Так вот, суддипта – это проявляются все 8 и во всей полноте. И это свойственно только Господу Чайтанье, только Кришне это свойственно и аватарам. Вот. Он покрывался гусиной кожей, волосы у него вставали дыбом и так далее. Он напоминал усыпанное шипами желтое дерево, шинули. Видя, как стучат его зубы, люди боялись, что они выпадут. Шри Чайтанья Махапрабху весь истекал потом. Одновременно из поры его на его коже сочилась кровь. Прерывающимся от экстаза голосом Господь произносил. Он не мог выговорить Джаганнат. Он произносил Джа-Джа-Гага, Джа-Джа-Гага. Слезы фонтаном били из глаз Господа, увлажняя все вокруг, из шприцев, все промокли. Приешуда Двайти Махарадж, спросите его, как все промокали, когда был экстатический киртан при Шри Гаур-Говинде Махараджа. Из его глаз также слезы вот так вот били, как из шприца. Можете спросить, он был с ним 10 лет очень близко. А, Махапрабху то цепенел, то вдруг начинал кататься по земле, а иногда его руки и ноги становились твердыми, как сухое дерево, и переставали двигаться. Порой, когда Господь падал на землю, дыхание его почти останавливалось. При виде этого преданные тоже оказывались между жизнью и смертью. Влага текла из его глаз, иногда из ноздрей, а изо рта падала пена. Эти выделения напоминали потоки нектара, которые источает луна. Пену, капавшую из уст Шри Чайтанья Махапрабху, подбирал и пил Шубананда, редкий счастливец, в совершенстве постигший сладость экстатической любви к Кришне. Шри Чайтанья Махапрабху некоторое время исполнял свой опустошительный танец, а потом его охватило чувство экстатической любви. Завершив танец, Господь велел Сварупе Дамодаре петь. Поняв настроение Господа, Сварупа Дамодара запел. Он запел одно двустишие собственного сочинения. Это песня, которая, как ничто иное в данном случае, развело, как сказать, подхватило и развело настроение Господа Чайтанья. Сейта парана ната паину яхалаги мадана Дахане Чуригену. Шримати Радика говорит, наконец, я обрела властителя моей жизни, в разлуке с которым я сохла, сжигаемая Богом любви. Купидон. Конечно, это не мирской Купидон. Когда Кришна ушел из Вриндавана, гопи и Шримати Радика были в таком настроении. И
Кришна, который никогда не уходит из Вриндавана, его называют Раджендра Нандана Шьяма Сундара. Вы можете спросить, никогда не уходит? Но он ведь отправился в Мадхуру, он же отправился в Дваропу. Как понять, никогда не уходит? О, как там? Падам экам нагачати. Он даже шага не делает. Вриндаванам париттяджа падам экам нагачати. Он не делает даже и шага из Вриндавана. Однако, та экспансия, которая уходит из Вриндавана, называется Мадхуряш Кришна. Она называется Дваракадиш Кришна и так далее, и так далее. Вот. Но изначально Кришна всегда остается во Вриндаване. Вот. Поэтому, когда мы слушаем о том, что Кришна отправился туда, мы должны знать, что он и шагу не делал из Вриндавана. Это очень важно знать. И сейчас Кришна во Вриндаване. Тоже нужно знать. Поэтому вот в чем смысл паломничества. Увидеть там Кришну. Услышать о нем, прежде всего, а потом увидеть. Поэтому смотрите, так же как... Значит, Раджендра Нандана Шьяма Сундара во Вриндаване. Вот. Но тот Кришна, который испытывает разлуку с гопи, с жителями Вриндавана, и он зовет Ви-йоги. Потому что ви-йога – это разлука. Ви-йоги и Кришна – это тот, кто переживает разлуку. А тот Кришна, который переживает новую встречу с жителями Вриндавана на Курукшетре, и он называется сам йоги, то есть тот, кто переживает новую встречу. Таким же образом Радика во Вриндаване, она Вришабану Нандине, она дочь Вришабану. Но вне Вриндавана, когда Кришна вне Вриндавана, Радика, когда она под... поглощена острой разлукой, ее называют ви-йогини. Эту ви-йогини Радху, так же как и гопи, которые погружены в экстаз разлуки, увидел Уддава. На Уддава-кьяре, в месте, которое находится у подножия холма Нандишвара, где стоит дворец Нанды Махараджа. Помните это место? Гурудев водил нас туда. Гурудев говорил там потрясающую катху, которую потом воспроизводили, повторяли вайшнавы. Это место глубочайшей разлуки. Уддава пришел туда, и он увидел, что гопи сидят и плачут, очень многие. И он увидел одну, которая лежала на ложе из лепестков, цветов. И она была почти без дыхания. Поэтому, когда он подошел, он понял, что это была Шримати Радхика. Это ви-йогини. А та Радика, которая отправляется вместе со всеми Вриджабаси на этих повозках на Курукшетру во время солнечного затмения, это сам-йогини. Так вот, настроение сам-йогини Радхи Махапрабху переживал во время Радхаятры. Вот это важно знать. Сам-йогини. Дальше следует прекрасный стих, который Шрила Гурудев цитирует, он любил его. Было очень умилительно, как он его цитировал, и его преданные, которые, ну, в основном бенгальцы, Гурудева Бенгали, как бы, ну, второй язык, не первый, хинди, Бенгали второй язык, они сразу подхватывали. Вот. На мировых турах Гурудев тоже говорил этот стих. Дхире, дхире, джаганнат, корин, а, корин агаман, не, немножко позже, да. Сейчас я подойду до этого стиха. Сын Шачи двинулся вперед, танцуя перед Господом Джаганатхи. Колесница медленно поехала следом. Не сводя глаз Джаганатхи, преданные пели и танцевали перед ним. Да. Затем Господь Чайтанья Махапрабху вместе с ведущими Санкиртаны направился в конец процессии. Неотрывно глядя на Господа Джаганатху, Чайтанья Махапрабху, погруженный в мысли о нем, стал жестами изображать смысл этой песни, которую пропел Сварупа Нимадара. Вот этот стих. Гаура яди паче чали шьяма хаес тире. Гаура аге чали шьяма чали дхире дхире. Самочте хэ, понимаете? Гаура яди паче чали, когда он заходил за колесницу. Шьяма, значит Джаганат, хаес тире, стоял, значит, не двигался.
Гаура Ядипачи Чали, он заходил за колесницу, а Шьяма Хоэстире, Шьяма Джаганат, стоял, не двигался. Гаура Аге Чали, Аге, пошел дальше, вновь перешел вперед. Шьяма Чали Дхире Дхире, Чали, Шьяма двинулся, Дхире Дхире, самостоятельно, Дхире Дхире. В толпе всегда кричат, Дхире Дхире. Вот, и по-английски неправильно говорит slowly, slowly. На самом деле carefully, carefully. Ну, slowly, slowly, то есть медленно, медленно. Вот, то есть, вот каков глубокий смысл этого стиха. Сейчас мы посмотрим, что говорит Сила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада. Изображая содержание песни, Чайтанья Махапрабху иногда оказывался в конце процессии. Тогда Джаганат оказывался, останавливался и ждал. Чайтанья Махапрабху снова выходил вперед, колесница Джаганатхи медленно трогалась. Так Чайтанья Махапрабху и Господь Джаганат состязались. Состязались за то, кто будет вести процессию. Понимаете? Это только внешнее рассмотрение. Внутреннее еще другое. Однако сам Чайтанья Махапрабху был, то есть сила Чайтанья Махапрабху была настолько велика, что ему удавалось заставить Господа Джаганатху ждать своей колесницы. Он заходил назад, Джаганат стоял и ждал. Он выходил вперед, тогда Джаганат, не сводя с него глаз, немного двигался вперед. Каков эзотерический смысл? Бхактисиддханта Сарасвати Такур объясняет, что Кришна, покинув общество Бриджабаси, отправился в Двараку и проводил там свои дни. Вот. И затем он прислал Уддаву, он пытался утешить жителей Враджа, прислал Баладеву, прислал Уддаву, но ничто их не утешало. Поэтому здесь, на празднестве Радхаятры, сам Шри Чайтанья Махапрабху, сам Кришна, возвращается во Вриндаван. Вот что происходит. Причем он возвращается, сперва придя на Курукшетру. Потом Гурудев пересказывает нам Индру на Курукшетру. Это очень глубокая тоже тема. Вот. Но в принципе, Кришна понимал, что думает сейчас Шримати Радхика. То есть Кришна думал, о чем же сейчас думает Шримати Радхика. Гопи и Радхика, они сокрушались, о чем сейчас думает Кришна, о нас ли, помнит ли он о нас. Поэтому, когда Шри Чайтанья Махапрабху танцевал перед колесницей, а потом заходил за нее, то есть в тыл, это Радхика, которая проверяла Кришну, думает ли он о нас. Джаганат – это Кришна, а Махапрабху – это Кришна в настроении Радхики. Поэтому Радхика проверяет Кришну, Радхика экзаменует Кришну. И Джаганат останавливался, как вкопанный, и думал о ней, которая была позади. И тогда она подходила, проверив его верность, и он тогда начинал потихоньку двигаться. Вот. Тем самым Прабхупада пишет, Бхактисиддханта, значит, чтобы пропустить Радхику вперед, Господь Джаганат останавливал Радху, останавливал колесницу, ждал неподвижно. Тем самым он признавал, что не может быть счастлив без экстаза Шримати Радхарани. Когда Джаганат заставал в ожидании Гаурасундара, Чайтанья Махапрабху пребывал в экстазе Шримати Радхарани. Кришна любит меня. Вот что он думал в настроении Радхики. Таким образом, это было соперничество. Соперничество. Кто больше любит? Тот и ведет это шествие. Это соперничество было частью любовных игр Кришны и Радхарани. Поэтому, кто одержал верх, Шри Чайтанья Махапрабху, он одержал верх над Кришной в образе Джаганатхи здесь. Что Радхика, она всегда victorious, она всегда побеждает, и поэтому ее зовут Джая-Шри. Ее зовут Джая-Шри. Победительница Шри Радхика. Во время танца экстатическое состояние Шри Чайтанья Махапрабху поменялось. Воздев руки, он принялся громко декламировать вот этот стих. Когда преданные услышали этот стих, они были вне себя от изумления. Почему?
Потому что это был известный стих из мирской поэзии, из книги, которая называется «Сахитья Дарпана». Женщина, да, которая замужем, вспоминает о поре своей юности, как она со своим теперешним мужем, который раньше был просто ее возлюбленным, во времена весенних ночей, месяца Чайтра, это апрель, это май-апрель. Очень такое время, где, когда свежая погода. Встречалась на берегу реки Ревы, под сенью деревьев Кадамба. Вот. И она говорит следующий стих. Я каумара хараса ева хивараста ева чайтракшапас течен малита малита сурабая прауда кадамба нила сачаева смитатапитатра суратавья паралила видхау рева рода сивета сита лутале чета самун кантхате. Тот, кто в пору моей юности похитил мое сердце, снова стал моим повелителем, как и раньше. Ночи месяца Чайтра залиты лунным светом. Так же благоухают цветы Малати. Тот же самый легкий ветерок доносит из леса аромат цветов Кадамба. Я так же, как и прежде, люблю своего возлюбленного. Однако здесь все это не приносит мне прежнего счастья. Вот почему я так хочу поскорее вернуться на берег Ревы под дерево Ветаси. В этом стихе на самом деле говорится о превосходстве паракия расы. Паракия означает любовь, не связанная узами брака. В этом мире эта любовь носит очень отвратительный, так сказать, прообраз. Имеет отвратительный прообраз, который называют хлестким словом внебрачное. Вот, но это слово неприменимо к духовной реальности. Мы говорим, не связанная узами брака. Это паракия. Свакия – любовь, связанная узами брака, где все регламентировано. Теперь они уже муж и жена. У него есть обязанности. У нее есть тоже обязанности. Кто-то загрустнул. Все становится пресно, обыденно и неинтересно. По сравнению с тем, как оно было в времена их романтических встреч на берегу реки, когда дул сладостный ветерок и светила полная луна. Что здесь было сказано, многие преданные не поняли. Поняли только две личности. Кто? Шри Сварупа Дамодара Госвами и Шрила Рупа Госвами. Шрила Рупа Госвами понял, о чем говорит здесь Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому давайте на минутку перенесемся в немножко другое время. Когда Шри Рупа Госвами пришел в Джаганнатхапури и встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху во второй раз. Собственно, встречи-то Шри Рупа Госвами со Шри Чайтаньей Махапрабху было всего три, надо сказать, три. Первое, когда Махапрабху пришел в их деревню Рамакели, когда вместе с Санатаной они еще служили при дворе Наваб Хусейн Шаха, мусульманского правителя. Затем в Праяге, в Аллахабаде, Господь Чайтанья встретился с Рупой Госвами и вложил в его сердце все трансцендентное знание, это Рупа Шикша, наставление Рупы Госвами. И, наконец, затем Рупа Госвами пришел в Джаганнатхапури, и Шри Чайтанья Махапрабху дал ему особую милость. А когда Шри Рупа Госвами был в Пури, он жил в хижине Харидаса Такура. Харидас Такур был мусульманином по происхождению, поэтому его не пускали в храм Джаганнатхи, как они пускают нас сейчас. И как раз каждый день Шри Чайтанья Махапрабху приходил в хижину Харидаса Такура, чтобы получить даршан своего чистого преданного. В тот момент Шри Чайтанья Махапрабху пришел и не застал Рупу Госвами, знал, что он там есть, но не застал, потому что Рупа Госвами отправился к океану принимать омовение, еще что-то. Вот. Но Рупа Госвами до этого написал один стих, который на самом деле стал ответом на вот этот стих, который цитировал Шри Чайтанья Махапрабху во время Радха-ятры.
И этот стих Рупа Госвами на то время, как он был в океане, засунул за на подпорку, да, да, кровлю. Хижина передаст, которая сильно боков. И отправился к океану. Шри Чайтанья Махапрабху, он поговорил с Харидасом и узнал, что Рупа Госвами отлучился, и он как-то, как бы нечаянно достал вот этот пальмовый листок, на котором была написана шлока, стих. И он изумился, когда прочел, вот что он прочел. Приясая Кришна сахачари курукшетра милитас татайсвен сарадха тадидамабхайо сангама сухам татапьянта кейлан матурамурали панча маджуше маноме калинди пулина випиная спринахити. О, дорогой друг, о, подруга, говорит Шримати Радхика, о, моя подруга, сейчас я встретила моего старого, дорогого друга Кришну на этом поле Курукшетры. Я та же самая Радхарани, и вновь произошла наша встреча. Конечно, эта встреча очень приятна, но все равно меня вновь тянет на берега Ямуны, под сень деревьев леса, который растет возле реки. Я вновь хочу услышать, как сладостно вибрирует его флейта, на которой играет, извлекая звук пятой ноты. Кришна может взять только пятую ноту. Но Шрила Гурудев говорил, Радхика играет еще выше, и гопи играют еще выше. И Гурудев пропевал эту индийскую гамма са ри гамма са на ни са. Вот Радхика, она может сыграть ни и са. Ля си до, по-нашему. То есть она играет еще выше. И почему это происходит? Потому что према Шримати Радхики идет еще выше, чем Кришна. Кришна может явить только Рудха, Абхирудха, вот эти уровни. Шримати Радхика, воплощение Маданаки Махабхава, верховного проявления Махабхавы. Махабхава Сварупа Ширада Токурани, Сарвагуна Кхами Кришна Канта Ширамай, воплощение всех экстатических качеств, каждая из которых напрямую связана, в высшей степени связана с любовью к Кришне. Она является их полным проявлением. Шри Чайтанья Махапрабху повторил этот стих, повторял этот стих снова и снова. Когда Шри Чайтанья Махапрабху, хочу вернуться, когда он обнаружил этот стих Рупа Госвами, он был потрясен. Как Рупа Госвами мог понять желание моего сердца? Когда Рупа Госвами вернулся, он сказал об этом в присутствии Сварупы Дамодара. И сказал, я не понимаю, как Рупа Госвами мог постичь желание моего сердца. Сварупа Дамодара загадочно ответил, о, Прабу, наверняка это произошло, потому что ты дал ему очень особую свою милость. Иначе никак не могло быть. Дальше. Шри Чайтанья Махапрабху попросил всех вайшнавов, чтобы они даровали особую милость Рупе Госвами. Вот этот стих, еще один, который знаменует высшее проявление нама, татвы, тунды, танды, ратимды, тундавли, ландыри. Вот эти два стиха, они дали, то есть они как сказать, вдохновили, что Чайтанья Махапрабху дать Шри Рупе Госвами свое высшее благословение. Но вернемся вновь на Радхаятру. То есть, если Чайтанья Махапрабху повторял этот стих снова и снова, кроме Сварупы Дамодара никто не мог понять его. Но мы знаем, что понял Шри Рупа Госвами. Пусть его даже не было там. Он понял значение этого стиха. Почему Шри Чайтанья Махапрабху? То, что кто-то редко видел своего гуру, да, вовсе не дает нам права думать, что он далеко от него. Да? Но сколько раз Рупа Госвами виделся с Шри Чайтанья Махапрабху? Три. Все, Бхактивиданта Свами Прабхупад, сколько раз виделся с Шри Бхактисиддхантой Сарасвати? Раз 10, наверное. Больше. Ну, главное это, разумеется, главное это Вани, нежели Вапу. То есть проповедь настроения, продвижение настроения своего гуру, нежели личное служение. Конечно, личное служение очень-очень важно. Очень важно. Но Вани все же
имеет ведущее значение. Вот. Некогда все гопи Вриндавана, встретившись в святом месте Курукшетры с Кришной, испытали от этого огромное счастье. Так и Шри Чайтанья Махапрабху при виде Господа Джаганнатхи ощутил экстаз гопи, сам йогини Радха. Охваченный этим экстазом, он попросил свою Падамадару спеть ту строфу. Затем Шри Чайтанья Махапрабху обратился к Господу Джаганнатхи. Аваше Шри Радха Кришна Корени Ведан, Сей Туми, Сей Ами, Сей Навасам Делани. Ты тот же Кришна, а я та же Радхарани. Теперь мы снова встретились, как встречались в самом начале. Но, хотя мы те же, мой ум все-таки зовет меня во Вриндаван. Мне хотелось бы, чтобы твои лотосные стопы снова осветили землю Вриндавана. На Курукшетре толпы людей, слоны, кони и грохот колесниц, а во Вриндаване цветут сады, жужжат пчелы и щебечут птицы. Здесь, на Курукшетре, ты одет как царь и окружен могучими воинами, а во Вриндаване ты выглядишь обычным пастушком, и с тобой только твоя прекрасная флейта. Здесь нет даже капли того океана трансцендентного блаженства, которое мы испытывали во Вриндаване. Столько мы слушаем об этом всего лишь в Анатхи Хрирта. Столько. Поэтому я умоляю тебя поехать во Вриндаван и снова насладиться играми со мной. Тогда исполнится мое заветное желание. Поэтому Радхика и другие гопи увлекают Кришну на колеснице своего ума. Мано Радха. На колеснице своего ума. Они влекут его во Вриндаван. Поэтому, может быть, вы помните эту скульптуру, барельеф в некоторых храмах он есть, например, в Тишерупсиданте Мараджа, в Пуре. Помните храм, который сделан из этих барельефов, очень цветистый? Там есть один барельеф Мано Радха. Как гопи создали колесницу из своего ума. Восемь гопи скрутились, как колеса. Так вот, дугой. Другие лежат, как перекладина. Еще несколько стоят вот так вот, как балдахин. И наверху одна стоит как шпиль, и другая висит как флаг. Вот на этой колеснице гопи возвращают Кришну в Вриндаван. Поэтому Гурудев, когда в 2003 году был отменен российский фестиваль, и мы из Литвы, самые преданные из Литвы, поехали в... Вырубите их, пожалуйста, вообще. Поехали в Берлин. Гурудев во время Радхаятры в Берлине говорил эту катху. Ну, на что другое, но он говорил. И он просил нас, пожалуйста, когда вы тянете за веревку, not by pulling the rope, не просто тяните за веревку, не просто харибол, харибол. Думайте, что мы возвращаем Кришну во Вриндаван. Он нас учил. Мы возвращаем Кришну во Вриндаван. Вот это медитация во время Радхаятры. Радхика с вами продолжает. В этом настроении Шри Чайтанья Махапрабху произнес множество других стихов, однако для обычных людей они казались загадкой. Стихи эти понимал Сваруп Дамодара Госвами, однако никому не раскрывал этот смысл, но это сделал Сварупа Госвами. Танцуя, Шри Чайтанья Махапрабху начал декламировать следующий стих. Следующие стихи, которым он наслаждался в обществе Сварупы Дамодара. Здесь Шри Чайтанья Махапрабху начинает свою песню. Эту катху вряд ли можно услышать когда-либо, поэтому давайте послушаем. Смиренно послушаем. Аннира Хридая Мана, Мора Мана Вриндавана, Манивани Какари Чани. Тахана томар пада двая, карахая диудая, табе томар пурна крипамани. Прибывая в настроение Шримати Радхики, Чайтанья Махапрабху сказал, у большинства людей ум и сердце слиты воедино, однако мой ум никогда не покидает Вриндаван. Поэтому я считаю, что он един с Вриндаваном. Мой ум и есть Вриндаван, говорит Радхика.
А поскольку Вриндаван тебе очень дорог, прошу, освети его прикосновением своих лотосных стоп. Я сочту это величайшим проявлением твоей милости. Пранана шунамо сатьяни ведана враджаямар садана тахантамар сангама напаиле нарахе дживана. Дорогой Господин, пожалуйста, внемли моей искренней мольбе, мой дом Вриндаван. Я хочу встретиться с тобой там. Если же я не смогу сделать это, мне будет очень трудно продолжать жить. Пурва Уддхава дваре, эбе сакшатамаре, йога гьяне кахила упай, туми видагта, тума видагта крипамой, джанахая мара хридай, море айче кахите наюяй. Дорогой Кришна, раньше, когда ты еще жил в Мадхуре, ты прислал Уттаву, чтобы тот научил меня философствовать и заниматься йогой. Теперь ты сам говоришь мне о том же, но мой ум не примет это. В моем уме нет места для гьяна-йоги или дьяна-йоги. Хотя ты прекрасно меня знаешь, ты все равно учишь меня гьяна-йоги и дьяна-йоги. Не пристало тебе так поступать. Время жмет, мы не можем цитировать Бенгали, к сожалению. Читание Махапрабху продолжал. Я хочу перестать думать о тебе и сосредоточиться на домашних делах, но как ни пытаюсь, мне это не удается. Меня влечет к тебе и только к тебе, говорит он в экстазе Шримати Радхики. Поэтому твои наставления медитировать на тебя смехотворны. Ими ты убиваешь меня. Ты не должен думать, что я нуждаюсь в подобных назиданиях. Действительно, когда Кришна послал Уддаву в Вриндаван, он передал свое послание. Всегда имейте меня в своем сердце, медитируйте на меня в своем сердце. Но гопи сказали, ты думаешь, мы йоги, ты думаешь, мы гьяни, что мы должны медитировать на тебя в своем сердце. Мы как раз хотим, чтобы ты ушел из нашего сердца, мы не можем выбросить тебя. Гопи, не йоги-мистики. Они никогда не смогут удовольствоваться медитацией на твои лотосные стопы, по примеру так называемых йогов. Советовать гопи медитировать – самое настоящее лицемерие. Когда они слышат советы заниматься мистической йогой, это только нисколько не радует их. Напротив, они только лишь начинают еще больше сердиться на тебя. Гопи, оказавшись в безбрежном океане разлуки, гибнут в пасти рыбы Тимингила. Тимингила – это огромная рыбина, которая питается китами. Есть такая сейчас, иногда наблюдали. Которая символизирует их желание служить тебе. Нужно вызволить гопи из пасти этой рыбы Тимингилы, ибо они чистые и преданные. Им чужды материальные представления о жизни, поэтому зачем им освобождение? Гопи не стремятся к освобождению, которого так жаждут йоги и гьяни, ибо они уже и так свободны от искусств материального бытия. Поразительно, что ты забыл землю Вриндавана. А как мог ты позабыть своего отца, мать и друзей? Как ты мог забыть холм Говардан, берег Ямуны и лес, в котором наслаждаются танцы брасу? Кришна, ты, безусловно, очень достойный и чуткий человек, обладающий всеми мыслительными добродетелями. Они называют человеком, это нормально. Ты благовоспитан, мягкосердечен и великодушен. Я знаю, что в тебе невозможно найти и намека на изъян. И тем не менее, ты даже не вспоминаешь о жителях Вриндавана. Но виной тому лишь моя злая судьба, говорит Радха. Никто другой в этом не виноват, только я сама. Даже она винит себя сама. Себя мне не жаль, но когда я вижу печальное лицо матушки Яшоды, когда я чувствую, что из-за тебя разрываются сердца всех обитателей Вриндавана, я недоумеваю, неужели ты хочешь их смерти? Или ты собираешься вернуться туда и снова вдохнуть в них жизнь? Почему ты обрек их на такие муки? Жителям Вриндавана не нравится, что ты носишь царские одежды в окружении могучих воинов, живешь на чужбине. Покинуть Вриндаван они не могут, но не смогут и жить без тебя. Что с ними будет? Мой дорогой Кришна, ты сама жизнь Вриндавана Дхама. В первую очередь Махараджа Нанды, ты единственное богатство Вриндавана. К тому же ты очень добр. Пожалуйста, приди и оживи всех обитателей Вриндавана. Прошу, еще раз благослови землю Вриндавана прикосновением своих лотосных стоп. Когда Кришна услышал эти слова Радхарани,
любовь к жителям Вриндавана проснулась в нем, приведя его тело в ум, и ум в смятение. Кришна, услышав, как любит его жителя Вриндавана, сразу понял, что он в неоплатном долгу перед ними, и начал утешать Шримати Радхарани. Вот что сказал Кришна. Любимая Шримати Радхарани, пожалуйста, выслушай меня. Я говорю правду. Вспоминая всех нас, жителей Вриндавана, я рыдаю дни и ночи напролет. Никто не знает, какие муки я испытываю. Помните вторую историю, вчера мы рассказывали, Радхаятру? Шри Кришна продолжал. Все обитатели Вриндавана Дхама, мои мать и отец, друзья, пастушки и остальные, дороги мне, как жизнь. Из всех обитателей Вриндавана гопи – это сама моя жизнь, а среди гопи ты, Радхарани, лучшая. Поэтому ты – сама жизнь моей жизни. Дорогая Радхарани, я всегда покоряюсь власти любви, которую вы все питаете ко мне. Я полностью послушен вам и больше никому. В том, что мне пришлось разлучиться с вами и уехать в такие далекие края, виновата лишь моя злая судьба. Женщина, разлученная с возлюбленным, не может жить, как не может жить мужчина, разлученный с любимой. Поистине, влюбленные существуют только друг для друга. Ведь если один из них умрет, и другой услышит об этом, то он тоже расстанется с жизнью. Такая любящая, целомудренная жена и любящий муж, находясь в разлуке, думает не о собственном счастье, а о счастье другого. Поскольку каждый из них думает только о другом, вскоре они обязательно встречаются снова. У меня нет никого дороже тебя. Это называется ви-раха. Ви означает особое, раха, рахасья означает встреча. Вот это суть разлуки, особая встреча. Поэтому они обязаны встретиться снова. У меня нет никого дороже тебя. Я знаю, что без меня ты не можешь прожить и мгновение. Чтобы не дать жизни угаснуть в тебе, я поклоняюсь Господу Нараяне, говорит Кришна. Они все поклоняются Господу Нараяне. Не нужно удивляться. По милости Его энергии я каждый день переношусь во Вриндаван и предаюсь развлечениям с тобой, а затем возвращаюсь в Двараку снова. Поэтому ты всегда можешь ощутить мое присутствие там, во Вриндаване, потому что я каждый день отправляюсь туда, молясь Нараяне, переношусь. Поэтому ты можешь ощутить мое присутствие. Наша любовь стала еще сильнее, поскольку мне посчастливилось заслужить благосклонность Нараяны. По его милости я теперь могу приходить к тебе незримо. Надеюсь, что очень скоро мне удастся сделать это на глазах у тебя. Я уже сокрушил всех злонравных демонов, враждовавших с династией Яду, а также Камсу и его союзников. Но в живых осталось еще несколько демонов. Я собираюсь убить и их, и вскоре после этого вернусь во Вриндаван. Эх, Кришна, Кришна. Можешь в этом не сомневаться. Ну вот опять. Я хочу защитить жителей Вриндавана от нападений моих врагов. Вот почему я остаюсь в своем царстве. Ни для чего другого царский трон мне не нужен. Если я пекусь о своих женах и сыновьях и приумножаю богатство своего царства, то делаю это только для удовлетворения ядовов всей династии. Твоя любовь всегда влечет меня обратно во Вриндаван. Поверь, она заставит меня через 10-20 дней вернуться туда. Сперва он сказал 1-2 дня. Сейчас, пожалуйста, 10-20. Вот-вот. И тогда я буду день и ночь наслаждаться с тобой и всеми девушками в Раджа-Пуме. Разговаривая с Радхикой, Кришна почувствовал сильное желание вернуться во Вриндаван, на Курукшетру. Он произнес еще один стих, который помог Радхарани преодолеть все трудности и вселил неуверенность, что она снова обретет Кришну. Вот этот стих из 82 главы, который повествует о встрече на Курукшетре. Май бхактир хи бхутанам амритатвая калпате диштяят асин мат снехо бхаватинам мат апанаха. Кришна сказал, достичь меня можно только с помощью преданного служения. Милые гопи, любовная привязанность ко мне, которую вам посчастливилось обрести, это единственная причина моего к вам возвращения. Итак, Махапрабху, сидя в своей комнате со Сварупой Дамодарой, и днем, и ночью наслаждался этими стихами. Вот почему мы слушаем Харикатху. Вот почему мы перечитываем то, что слушали. Чтобы когда-нибудь в обществе чистых преданных, наших гуру, дикша-шикша, наших
дорогих друзей, да, наслаждаться этой катхой. Слово «наслаждаться» приземленно, оно не может передать того экстаза, того потрясающего чувства, которое возникает при этом. Но мы должны знать, что слово «наслаждаться» в этом контексте не несет никакого значения счастья для себя. Ни капли, ни грамма, ни йоты счастья для себя. Это не может быть. Невозможно описать удачу, выпавшую в Сварупе Дамодаре, ибо он телом, умом и речью постоянно служил Господу. Вчера был его день ухода, опять Шрила Сварупа Дамодара, Прабху Киджай. Чувства Господа Чайтанья Махапрабху слились воедино с чувствами Сварупа Дамодары. Поэтому Чайтанья Махапрабху наслаждался его пением, забыв обо всем. Это Радика и Лалита, Махапрабху и Сварупа Дамодара. Охваченный экстазом, Чайтанья Махапрабху иногда садился на землю и, потупив взор, начинал что-то писать на ней пальцем. Опасаясь, что Господь поранит палец, Сварупа Дамодара останавливал его своей рукой. Пение Сварупа Дамодара в точности соответствовало экстатическим переживаниям Господа. Какой бы расой ни наслаждался Махапрабху, Сварупа Дамодара, его личный секретарь, тотчас воплощал эту расу в своем пении. Любую расу, любой вид взаимоотношений, пусть то любви возлюбленных, родительской любви, дружеской, нейтральной или слуги господина, все что угодно мог Сварупа Дамодара поддержать, обогатить. Шри Чайтанья Махапрабху смотрел на прекрасные, как лотос, очи Господа Джаганатхи. Океан трансцендентного блаженства взволновался в сердце Господа Махапрабху. Безумие захлестнуло его смертельно, стремительно, как ураган. Всплеск безумия, вызванного трансцендентным блаженством, породил волны разнообразных эмоций, которые вступили в противоборство, подобно волнам на поле брани. Усилились все естественные характеристики эмоционального состояния, пробуждающиеся эмоции, умиротворение, пограничные, смешанные, трансцендентные, доминирующие эмоции, также побудители чувств. Все разные бхавы, да, санчари, как это, вибхава, анубхава и так далее. Саттвика санчари, вибхичари, все эти вещи забирали одновременно. Шри Чайтанья Махапрабху был подобен трансцендентным горам Гималаям, покрытым цветущими деревьями экстатических переживаний. Внешние проявления его экстаза пленили умы в сердцах тех, кто видел их поистине. Господь оросил умы всех присутствующих нектаром трансцендентной любви к Богу. Также среди них были слуги Господа Джаганнатха, простые люди, все жители Пури. При виде танца Шри Чайтанья Махапрабху, проявление его экстатической любви, все застыли на месте от изумления, сердца их тоже воспылали любовью к Кришне. Затем, переполненные экстатической любовью, они принялись танцевать и петь, подняв невообразимый шум. От одного вида танцующего Махапрабху все испытали трансцендентное блаженство. Что говорить об остальных, если даже Господь Джаганнат, Господь Баларам, созерцая танец Господа Махапрабху, так обрадовались, что медленно тронулись с места. Кришна подтвердил Шримати Радике, что он так любит ее, и, увидев несравненное величие ее любви, продолжил свой путь в сторону Вриндавана. Иногда Джаганнат и Баладарам снова останавливали свои колесницы, желая полюбоваться танцем Господа Чайтаньи. Все, кто видел, как они останавливались и наблюдали за танцем, становились свидетелями их развлечений. Не отвлекайся. Двигались в танце, Господь Чайтанья Махапрабху внезапно упал перед Махараджем под утро. И вот как он явил ему свою милость. То есть никто не мог поднять Господа Чайтанья. Нитьянанда Прабху пытался, но он сам был в экстазе, поэтому не мог. А остальные спутники были далеко, а Махарадж Прадхапарудра был с огромным почтением, царь все-таки. Поднял Господа Махапрабху, и Шри Чайтанья увидел царя, пришел в себя. И, увидев его, он воскликнул: «О, горе мне! Меня коснулся человек, поглощенный мирской деятельностью! Вишай!» Но, как объяснил потом Прадхапарудре, его главный пуджари, да, Акаши Мишра: «О, царь, таким образом Махапрабху дал тебе свою милость».
Тогда Махапрабху вновь упал, ему не могли, то есть никто не мог, Каши Миша, все были далеко, а царь поддержал его. Поэтому он таким образом послужил Господу Чайтани, поэтому на следующий день, вскоре после этого, он получил от него очень большую милость, но сперва Махапрабху сделал вид, что он рассержен, чтобы показать пример преданным. Сарвабхаума сказал ему, не волнуйся, он утешил Махараджу Пратапарудру. Так вот, в этом последнем эпизоде мы предвосхитили нашу следующую тему, которую мы будем обсуждать завтра в Кемерово. Я надеюсь, там опять пойдут встречи с новыми друзьями, там эти темы не смогут звучать, поэтому я очень рад, что здесь мы послушали эти темы. Я очень благодарен вам за ваше внимание. И давайте ценить эту катху, дорожить ей, вновь и вновь делиться ей, вдохновлять друг друга и проповедовать ее. Проповедовать ее не так просто. Обычно мы проповедуем другую катху. Мы проповедуем то, что у меня есть это тело, мы проповедуем о том, что мы слуги Кришны и так далее. Но это высочайшие уровни сознания Кришны. Это потрясающая катха. Даже несмотря на то, что она звучала сегодня из такого несовершенного источника, я уверен, что она многих не оставит равнодушными. Поэтому наше пребывание в этот раз в Шри Новосибирск-Даме, я считаю, увенчалось успехом по одной этой причине. Также я хотел поблагодарить всех преданных, которые подготовили этот фестиваль. Вот. Враджабушина Прабху, всех остальных, Аманга Мохана, Мангала Майи. Всех я, Гаура Приветили, конечно, многих других. Список длинный. Вот. Также наши любящие хранительни Ци в виде Лакшмана Диди, Шьямали Диди, Акилеш Прабху и прочие старшие Акилеши, старшие преданные новосибирские. Очень-очень рад. Вот, так что новосибирские явления очень многообразные. Вот, саду, как говорится, цвесть, как сказал поэт, вот, все будет развиваться. И самое главное, мы должны углублять свое сознание Кришны, это самое главное. Потому что, как Гурудев говорил, проповедь — это отрыжка баджана. Такого баджан, таковая проповедь. Так что спасибо вам. И если есть какие-то вопросы, можете задать по теме, где она такая, что я вряд ли являюсь специалистом в данной области. Но мы все сегодня так или иначе побывали на Радхаятре с Господом Чайтаньей, Господом. Это великое счастье. Окей. Шри Радхаятра Махотсава Ки, Шри Гауранга Махапрабху Ки, Нитай Гор Премананде. Можете задать пару вопросов, потом мы споем наше тихое арати, и в 9 часов мы должны освободить зал. Я думаю, после этого мы переместимся в просадный зал, и там сможем пообщаться тоже более непринужденно. У кого есть личные вопросы, можете. Сегодня последний вечер, поэтому мы... Скажите, что... пожалуйста, а что такое сладостное пение на флейте? Пятой ноты. Это не пение, это игра. Кришна играет на флейте, и он всегда играет на пятой ноте. Понимаете? То есть, на самом деле, это не музыка в материальном понимании. То есть, когда Кришна играет на флейте, вы знаете, что то, что творятся миры, это только побочное явление. Кришна играет на флейте, это означает, раса торжествует. Понимаете, раса? То есть глубочайший вкус в своем отношении с Кришной, а это та ось, вокруг которого вертится вообще все сущее, понимаете? То есть это несущее, это начало несущее всеобщее блаженство. Вот эта игра на флейте. Вот. Поэтому каждый преданный, он должен будет услышать эту игру. Сегодня, то есть сейчас, каждый день три раза мы слышим. Пытаемся слушать, когда повторяем Гаятри мантры. Потому что трансцендентный слог, начинающийся с буквы К, вот, и входящий в Гопала мантру, особенно Кама Гаятри, которую повторяют все дикши ученики,
он, собственно, не отличен от мелодии флейты Кришны. Вот. Когда-нибудь, мы уверены, мы услышим, должны услышать. Не просто как йоги, но как бхакты. И мы будем участвовать в этом трансцендентном действии. Будем участвовать, станем органичной частью этой трансцендентной расы. Вот в этом смысл мелодии флейты Кришны. Еще какой-нибудь вопрос, пожалуйста? Если никто не задаст, у меня еще один вопрос. Хорошо, но мы его ставим напоследок. Напоследок. Да. Сейчас кому-то еще. Шри Юля, Шри Вера. Хорошо, подумайте, если что-то есть спросить. Я думаю, более непринужденной обстановке. Наш очень активный, давний слушатель Геннадий имеет еще один вопрос, пожалуйста. Я правильно понял. У колесницы 8 колес. Ох. Я боюсь вас обмануть, но, по-моему, да. Ну, я понял. И если эти колесницы в Индии, стоят ли они у храма? Дело в том, что каждый год создаются новые колесницы. Старая колесница разрушается. Потому что в писаниях, внутренних писаниях храма Джаганатхи, существует сокровенная информация о том, из каких деревьев делать новые колесницы, где они растут. Особые служители, они подыскивают эти деревья, и на них должны быть определенные знаки отмечены, и из них они создают, ваяют вот эти вот колесницы. Также помните, как вчера ваять Господа Джаганнатха Баладева Субхадру мог только вот тот старый скульптор Махарана. О, я забыл сказать, что это был сам Кришна. Ой, забыл вчера сказать. Что только сам Кришна мог изваять, собственно, божества. Махарана был старый скульптор. Вот. Это был сам Кришна. Так же, как тот шмель, который прилетел в Шримати Радхике во время Брахма Ругиты, это тоже был сам Кришна. Вот. Я очень-очень рад, что мы обсуждали с вами такие сладостные лилы. Очень редкие тоже. Поэтому, ну что, сейчас будет небольшая разлука, потом приедут другие вайшнавы, это будет радостная встреча. Поэтому практикуйте и проповедуйте, вдохновляйте друг друга. И Гурудев говорил, never be hopeless, никогда не теряйте надежду. Вот, поэтому очень-очень важно. Вот, будьте активными, сильными и радостными. Бхакти. Нитая Гор Преманандэ. Вот, ну что же, время немножко поджимает. Мы сейчас споем арати. Пожалуйста, все встанем. Возьмем книжки в черных, страница 75 и 80. Варашбушан, где был? Варашбушан, где был мой мобильник, который записывал?